прошлом уроке мы с вами разбирали, как сказать «ты делаешь». Что мы говорили с вами? Я делаю. Ben kalkıyorum. Ben dişlerimi fırçalıyorum. Потом мы с вами научили говорить «sen». Sen geliyorsun. Sen bakıyorsun. Sen konuşuyorsun. Потом мы рассматривали с вами «o». «O korkuyor». «O geliyor». То есть он приходит, он уходит, и он все остальное делает. А как нам сказать, что это делает, например, мы делаем? Кто-нибудь знает уже? Yes. Yes, правильно. Сейчас я открою такую табличку. Вот. Поделюсь экраном. И мы посмотрим, как нам сделать, что это делаем мы. Вот, смотрите, у всех появилось. Да. Вот мы с вами разобрали. Ben geliyorum, я прихожу. Sen geliyorsun, ты приходишь. Видите, мы ставили сюда your, сюда sun. Это ты. O geliyor. Здесь мы не ставили ничего. Он приходит, то есть здесь после your у нас была дырка. Теперь рассмотрим biz, siz и onlar. Biz geliyoruz. Смотрите, здесь буква Z нам подсказывает, что сюда нам тоже поставить нужно букву Z. Biz geliyoruz. Мы приходим. Biz, а как сказать думаем? Мы думаем, кто может? Biz düşünüyoruz. Молодец, Лилия. Так, а кто мне скажет, может сказать, мы боимся? Biz korkuyoruz. Отлично. А кто скажет, мы злимся? На прошлом уроке говорили такое слово, злиться. Kızmak. Мы злимся. Kızıyoruz. Хорошо. Biz kızıyoruz. А кто скажет, мы знаем? Biz biliyoruz. Biz говорим, значит, наконец, biliyoruz говорим. Biz biliyoruz. Мы знаем. Biliyorum – это знаю я. Biliyoruz – это мы все вместе с вами знаем. Biliyoruz. Теперь смотрим siz. Siz geliyorsunuz. Видите, мы сюда добавили sunuz. Geliyorsunuz. Мы где это с вами используем? Например, я вас спрашиваю перед уроком. Neler yapıyorsunuz? То есть, что вы делаете? Делаете. Oturuyorsunuz. Вы сидите. Konuşuyorsunuz. Вы разговариваете. А как сказать «вы читаете»? Siz okuyorsunuz. Замечательно. Молодец, Лилия. А что у нас другие не отвечают? Все, Лилия только знает. Молодец, Лилия. Так, вы работаете. Siz çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. Sunuz. Siz çalışıyorsunuz. Вы работаете. Дальше. Вы ударяете. Siz. Смелей. Ve. Vu. Vurmak. Siz. Vuruyorsunuz. Vuruyorsunuz. Забыли, как мы добавляли? Мы добавляли к слову, брали мак, мяч, вурмак, ударять, мак отбросили, осталось вур. Чтобы сделать, что мы делаем это действие сейчас, мы добавляли your, вур, но так как буква у там, чтобы вур your не было так быстро, между согласными ставим гласную буковку. Ее подбираем по букве, которая у нас в самом корне. Vuruyor. Это мы сделали, что сейчас, в настоящий момент. А теперь добавляем, кто делает. Вы. Vuruyorsunuz. Siz vuruyorsunuz. Вы
бьете. Онлар – это они. Онлар нам показывает через лар и лер, что это будет делать несколько человек. Онлар. Поэтому и после йор, так как йор у нас не меняется, мы всегда будем ставить лар. То есть йор, лар будем ставить на конец любого нашего действия. Например, утуру йор, лар. Они сидят. Конушу йор, лар. Они разговаривают. Йорлар, что будет у нас? Они едят. Правильно. И чиорлар? Они пьют. Коркуйорлар? Они работают. Коркмак? А, они пугаются. Они боятся. Они боятся. Онлар коркуйорлар. Мен коркмуйору. Я не боюсь. Онлар коркуйорлар. Это они боятся. Ну, давайте теперь посмотрим, кто из вас может сказать. Как сказать, они смотрят? Онлар. Орлар, бакайор. Нет, бакайор. Лар. После йор. Все вот эти вот хвостики мы добавляем после йор. Онлар, бакайор, лар. В данном случае онлар. Онлар, бакайор, сун не получится. Они, а йор, сун это ты. Они смотрят, получится. Поэтому внимательно, внимательно добавляем. Онлар, бакайор, лар. Они, что у нас там за слова еще были, плачут. Онлар, гюльор, лар, это смеются. Онлар, гюльор, лар. Гюльор, лар, это они смеются. А нам надо сказать, что они плачут. Ну, с этим мы разобрались. Мы сейчас это с вами закрепим в отрицательной форме. На предыдущих уроках вы спрашивали, как сказать, когда я не делаю. Как же ж мы это с вами будем делать? Сейчас я покажу. Открою нашу картинку. Так. Вот. Как мы будем делать в глаголе, показывать, что я не делаю это действие. Отрицательная форма называется олумсус джумле или олумсус дурум. То есть это когда мы не делаем что-то. То мы с вами отруйорус сидим, а то мы не сидим. Будет получаться, что мы не сидим. Поэтому мы что должны будем сделать к основе, то есть вот мы взяли с вами макмек, отбросили, осталось у нас, допустим, севмек. Макмек отбросили, осталось слово сев. Мы с ним с вами работаем. После сев мы будем подбирать мы и мумю. Как мы подбираем? А и нам даст мы, э и нам даст ми. ОУ нам даст му, и ЭУ нам даст мю. То есть save me мы уже подобрали, а дальше мы будем ставить, что это настоящее время йо. Да, Лиля? А, нет, случайно. Save me your. Save me your – это отрицательное действие, не любит. Ну, давайте теперь посмотрим. Как у нас получилось? Бен, сев, вот он наш сев, буковка Э, и нам дала ми. Сев, ми, йор, видите, везде йор. А теперь добавляем эти же лица, как мы с вами до этого говорили. Бен, сев, ми, йор, рум. Что это значит? Что значит Бен, сев, ми, йор, рум? Я не люблю. Правильно. Сен сев миор сун. Ты не любишь. Ты не любишь. Он сев миор. Он не любит. Да, правильно. Мы ж не знаем, про кого говорится. Поэтому можем сказать, и он не любит, и она не любит. Она не любит. И оно может не любить. Кто ж его знает, что там у нас. Биз сев миор. Оно, например, откуда мы можем взять оно? Например, рассказ у нас про облачко. Жило-было радужное облачко, оно не любило дождь.
Вот можем сказать, оно не любит. Без севмирус. Это что будет? Мы не любим. Сиз севмирсунус. Вы не любите. Вы не любите. И онлар? Они не любят. Они не любят. Да, Влада подняла руку. Что? Можно мы будем вот это две штуки Бенсен, Оби, Сиз, онлар. Мы будем его учить. Мы сейчас его учим, сейчас запоминаем. И сейчас будем тренироваться. Например, как сказать «я не люблю яблок»? Бен и Маша Мьор. Бен и Маша Мьор. Смотрите, я вам и раньше говорила, кто не был на уроке, повторю еще раз. Чтобы построить правильное предложение, правильное предложение у нас называется «куралы джумле». Что такое «курал»? «Курал» – это правило. «Куралы джумле» – это правильное предложение. Оно делается таким образом, что действие у нас всегда в конце. То есть «севмиорум» – это действие. Мы совершаем действие. Любим, не любим, кушаем, сидим, стоим. Любое действие, которое мы совершаем, у нас ставится в турецком языке в конце. То есть «бен эльма севмиору». Я не люблю яблоки. А как сказать «я не читаю книжку»? «Бен китап». Дальше. «Бен китап окумуйору». Правильно. «Окумуйору». «Оку». Почему у нас там будет «му», потому что «оку» заканчивается на буковку «у». И будет у нас «муйти». «Бен китап окумуйору». То есть я книжку не читаю. «Бен». Ну, что мы все время «бен», «бен». Давайте скажем «ты». «Ты не сидишь». Вот правильный ответ услышала. Сан отурмуйор. Отур, когда мы делаем круглое о, отурму, так и продолжаем круглыми губами. Отурмуйорсун, сан отурмуйорсун. Ты не сидишь. Какие у нас там еще были действия? Так, ты не злишься. Кызмыйорум, это я не злюсь. А ты не злишься? Сен кызмыйорсун. Правильно, замечательно. Сен кызмыйорсун, ты не злишься. Он не улыбается. О-гюльмьор. Правильно. О-гюльмьор. Так. Он не знает. О-бильмьор. Нет, бильмьорсун мы не можем сказать. О-бильмьор. Мы заканчиваем на «йор». Смотрите, когда «бен», у нас будет все время «ум». Когда «сен», мы все время делаем «сун». Хоть в положительном действии, хоть в отрицательном действии, но у нас все время будут вот такие хвостики. «Бен» будет «йорум», «сен» – «йорсун», «о» – «йор», «биз». Будем добавлять «йорус», «сиз», «йорсунус». И онлар будем добавлять йорлар. Если мы в положительном действии, то есть я делаю севиорум делали, то в отрицательном добавляется буковка М. Севмиорум. Сен севиорсун любишь, севмиорсун не любишь. О севиор он любит, о севмиор он не любит. Без севиорус мы любим, без севмиорус мы не любим. Сиз севиорсунус, любите вы, сиз
севмиорсунус, не любите. И онлар, оно и созвучное, лар. Онлар севьорлар любят или севмиорлар не любят. Ну, давайте попробуем. Вы что делаете? Как спросить? Ну-ка, кто вспомнит? Is не я поёрсунус. Что вы делаете? Вы читаете книгу. Сиз китап окуёрсунус. Правильно. Вы не моете руки? Сиз Икмайорсун. Икамайорсунус. Ика у нас корень. Икамайорсунус. Сис элернизи икамайорсунус. Вы руки не моете. Вы не чистите зубы. Сис диши. Диши элернизи. Фырча мыёрсунус. Молодец, только один слог пропустила. Фырчала мыёрсунус. Фырчаламак. Фырчала мыёрсунус. Фырчала мыёрсунус. Вот, молодцы. Так, какое у нас еще там было слово? Бакмак. Они не смотрят. Онлар бакмайорсунус. Бакмайорсунус. Нет, онлар. Бакмайорлар. Да. Онлар бакмайорлар. Видите, почти как стих. И здесь лар, и там лар. Онлар бакмайорлар. Они не разговаривают. Онлар конушмайорлар. Молодцы. Так. Ну, разобрались, скажите мне, у кого-нибудь есть вопросики с этим отрицанием? Нет. У всех получается? Да. Мне сейчас прям не видно всех на экране. Кто-нибудь еще хочет что-нибудь спросить? У многих выключено. Нет. Все разобрались, да? Можем идти дальше. Хорошо. Тогда продолжаем. С любовью, не любовью разобрались. Так, что у нас дальше? Ну, вот у нас примеры. Здесь у нас то же самое, как мы поставили. Бен окумуйорум. То есть там у нас было ЭИ дало миорум. Здесь ОУ дало муйорум. Если у нас И, а И, анламиорум. Я не понимаю. Дает мы. Если у нас И, гюльмиорум. То дает нам мю. Гюльмиорум, анламиорум, конушмуйорум, гельмиорум, динлемиорум. Я не слушаю, я не смеюсь, не прихожу и так далее. Да, Анастасия? А можете показать таблицу, где... Ну, сан, и там окончание есть. Сейчас покажем. Но ненадолго покажу, потому что будем двигаться дальше. Договорились? Угу. Так. Вот эту. Правильно? Да. Хорошо. Запомнить нужно вот что. Заодно и повторим. Йорум, йорсун, йор, здесь у нас не будет. Йорус, здесь ус. Йорсунус, на сиз мы добавляем сунус. И онлар, йорлар. Здесь у нас ничего не будет меняться. Почему? Кто скажет, почему? Почему у нас здесь будет... Потому что да, Влада? Потому что это на О, это О, она и он.
там ничего не прибавляется. Здесь на о не прибавляется, но вот здесь на йор, йор у нас никак не меняется. Поэтому будет йорум, не будем ставить йорим. Бенгель миорим мы так говорить не будем, потому что он нам даст всегда тут буковку у. Бен йорум, гели йорум, бакы йорум, конушу йорум, севи йорум, сен. Анлы йорсун, били йорсун, отуру йорсун, о. Окуйор, гидиор, севиор, биз, иорус, ойнуйорус, конушуйорус, сиз, япыйорсунус, середиорсунус, анлыйорсунус, онлар, конушуйорлар, севиорлар, бакыйорлар. Все, разобрались, переходим дальше. Так, идем, смотрим, что у нас дальше. Ой. Как мы задаем вопрос? Как нам задать вопрос? Ведь не так же просто мы можем. Есть слова, которые у нас обозначают вопрос сами по себе. Кто помнит эти слова? Вопросительные слова какие-нибудь. Кто вспомнит? Да, Лиля? Не ден, не. Не е, не рей. Так, кто еще хочет сказать? Подожди, да, другим сказать. Кто еще какие-нибудь помнит? Ханги. Молодец, кач. Да, Влада? У тебя рука поднята? Да. Правильно, еще. Мама, рука поднята. Анастасия, ты тоже хочешь что-то спросить? Не е. Не е. Некадар. Насыл. Это все, молодцы, вспомнили. Вопросительные слова. Но если у нас нету предложений вопросительного слова, а вопрос нам все равно нужно задать. Нам же нужно как-то спросить. Ты придешь? Как мы это сделаем? У нас мы просто делаем интонации. Ты придешь? Или ты читаешь книгу? А в турецком языке мы раньше с вами на предыдущих уроках разбирали, но не все с нами были с первых уроков, поэтому повторимся. Если у нас в предложении нету вопросительного слова, то тогда у нас в бой вступает вопросительная частица. Эта вопросительная частица у нас ставится после слова, после которого нам надо задать вопрос. То есть к какому слову мы вопрос хотим задать, к тому мы ее и ставим. Эта частица у нас была «мы», «ми», «му», «мю». Пишется она всегда раздельно, она к самому слову не добавляется. Всегда мы оставляем бошлук, то есть пробел, оставляем промежуток и смотрим, как же нам ее поставить. В данном случае «йор» у нас на буковку «о». Раз у нас «о», то «оу» нам даст «му». Значит, вопрос у нас будет выглядеть так. Мы будем брать кусочек слова, с которым мы работаем, то есть корень его. Потом будем добавлять «иор», как положено. А потом будем переносить, кому мы задаем вопрос, на саму вопросительную частицу. То есть что получилось? «Бен гелиор кую, а приду ли я?» «Сен». Гелиор мусун, а придешь ли ты? О, гелиор му, а он придет? Биз, гелиор мую, а мы придем? Сиз, гелиор мусунус, а вы придете? И онлар, гелиор лар, мы. Здесь обратите внимание, везде у нас была му, потому что мы ее ставили за йор. А здесь у нас к йор добавилась лар. Поэтому уже здесь будет мы. То есть лар – мы. Почему лар у нас здесь? Все лица мы ставили сюда после этой частицы, а к мы не поставили. Потому что мы у нас не любит окончание лар. Не любит, не хочет, говорит, не буду я с ним стоять и все. Поэтому мы ее оставляем на глаголе. Гелиор лар – мы.
Ну, давайте попробуем, позадаем вопрос. Ты читаешь книжку? Кто попробует собрать этот вопрос? Да, Анастасия? Сан... Книжку. Книжку. Итак. Сен китап окуйор мусун. Правильно. Окуйор мусун. То есть мы теперь по йор обрезаем. На йор останавливаемся и переходим на вопросительную частичку. Окуйор мусун. Так, ты смотришь телевизор? Сен телевизион бакайор мусу. А, бакмак нельзя. Как мы смотрим телевизор? Сейор мусу. Сейредиор мусу. Бакмак – это значит просто смотреть на телевизор. Он может быть и выключенным, я просто буду на него смотреть. А вот смотреть именно сам телевизор, что в нем происходит, это будет у нас сейретмек. Сен телевизион середиор мусун. Мусун пишется отдельно. Это и означает, что мы задаем вопрос тебе. Ты смотришь телевизор? Сен телевизион середиор мусун. Так, а как спросить, ты кушаешь яблоко? Кто еще хочет попробовать? Подожди, Лильдай, подожди. Кто у нас хочет все? Так, Софья решилась. Задави, надо типа задавать. Ты кушаешь яблоко? Сен эльма йор. Мусу. Умница, молодец. Так, Лиля хочет задать еще один вопрос. Тогда сейчас скажем, Лиля, скажи. Давай скажем. Так. На стуле, ты на стуле сидишь? Сен, сандалье отур мусу. Поставила глагол, но забыла к слову стул сказать на стуле. Как сказать на? Ты была у нас на том уроке? Где? Что мы там добавляли? Сен сандалье де оту ру йор мусу. Абсолютно верно. Сен сандалье де оту ру йор мусу. Ты сидишь на стуле? Вот, теперь вспомнили, что у нас еще, если мы говорим где, мы добавляем да, де, то есть на стуле, сандалье де, если мы на кухне, мутфак та, если мы в парке, парк та, если у нас там, где еще может быть, например, бахче, сад или двор, бахче де, там мы добавляли да или де, та или Т. Как подбирать, мы с вами говорили, что глухие буквы, глухие это у нас фстыкчишахаб, то есть фстыкче, шхп. Вот тут за всеми этими буквами мы будем ставить в виде окончания буковку Т. А за всеми звонкими согласными, загласными мы будем ставить всегда буковку Д. Ну давайте теперь вспомним действие с этим падежом тоже. Так, ты дома работаешь? Как спросить этот вопрос? Да, стоп. Да-да. Чалышиор мусун. Правильно. Сен эвде чалышиор мусун. Так, Влада хотела сказать. Влада, наверное... Хочет сказать, ты на кухне кушаешь? Сен. Мутфак. Кухня. Сен мутфак. Еме.
сен мутфак та на кухне. Йор мусун. Ты кушаешь на кухне. Йор мусун. Мы спрашиваем сен. Хорошо, сен мы разобрались. Давайте теперь про него. О. Он ударяет. Как сказать? Он бьет, он ударяет. О, вуруйор сун. Му сун, это было ты. А на о, обратите внимание, у нас нет окончания. Вуруйор. Му. О, вуруйор му. Он ударяет, он бьет. А как сказать, он злится? О, кыс. О. О. Ну, смелей. О, кызмак. Нет, кызмак это у нас неопределенная форма. Злиться. Злиться это просто злиться. А именно он злится ли? О, кызыйор му. Кызмак, мы когда начинаем работать со словом, мы мак отрезаем и убираем. А к нему уже добавляем юр. И смотря что мы хотим сказать. Если мы хотим сказать, что я это делаю, тогда говорим кызыйор. Потом добавляем, кто это делает. Если это я злюсь, бен кызыйор. Если это он злится, то о кызыйор. Если мы хотим сказать, что не злится, кызмыйор. А если мы хотим задать вопрос, то тогда делаем о кызыйор му. А он злится. У нас был очень смешной глагол падать. Кто помнит его? Кто помнит такую картинку? Дюшмек. Вспомнили? Дюшмек. Давайте спросим. А он падает? О, дюшмек, йор. О, дюшмек. Так, дюшмек. Мы что с вами сказали? Мак и мек мы убираем. О, дюшьор му. Правильно. О, дюшуйор му. То есть мак-мек убрали, закрыли его, потому что оно нам не нужно. Это просто падать. А чтобы сказать, что он падает, мы мек убрали. Дюш осталось. А вот дюш добавили уйор. О, дюшуйор му. А он падает. А как было у нас слово летать? Учмак. Суперсинс, молодцы. Учмак, летать. А теперь спросите, он летит? О, учму. Учмак. Нет, смотрите. Мак отрезали. О, учьорму. Правильно. Мак отрезали. Уч осталось. И к нему уйор добавили. Почему уйор добавляем? Потому что уч у нас в начале буква У. О, У нам дала уйор. О, учуйор, му. Так, дальше. С падениями разобрались. А вы? А вы как мы будем делать? Без, ну, или давайте без возьмем. Просто редко, когда мы спрашиваем сами про себя, а делаю ли я или делаем ли мы. В основном мы используем сен и сиз, поэтому хочу с вами здесь проработать. Сиз гелиор мусунус. Видите, здесь мы добавляем мусунус, чтобы задать вопрос. А как теперь спросить, а знаете ли вы? Сиз... Сиз бельмиор мусунус. Бельмиор мусунус. Это получится, вы не знаете. Бельмиору. Это я не знаю. Сиз бельмиор мусунус. Абсолютно верно. Сиз бельмиор мусунус. Опять же, у нас было слово бельмек. Мек убрали, остался биль. И начали. Биль, потом добавили Иор, а потом поставили мусунус. Били йор мусунус. Турецкий язык как математика.
Формулу запомнили, вот эту вот формулу. А вот это вот уже будем подбирать. Поставили нужное слово, подобрали только одну вот эту буковку, а вот это все как по формуле. То есть не только в математике мы учим там 1 плюс 2 или сколько будет 3 умножить на 4. Здесь в языке у нас тоже как в математике. Мы учим, что нам зачем ставить. Один раз выучите, а потом подставляй любое слово. Гелиор мусунус, бакиор мусунус. Что? Мне что-то спросили, я не услышала. Не меня? Ну хорошо, тогда продолжаю. Давайте еще на СИС тренироваться. Вы мороженое кушаете? Абсолютно верно. Так, Анастасия подняла руку. Давайте Анастасия нам сейчас скажет. А вы чай пьете? Чай. Правильно. Кто? Давайте. Чай. Смелей. Ичирьерс. Вопросик задаем. Ичиер. Мусунус. Мусунус. Все, сис чай. Ичиер мусунус. Вы пьете чай? А вы в игру играете? Как спросить? Как будет игра? Сис оюн. Сис оюн. Ой, ну. Йор мусунус. Сис оюн. Ой, ну йор мусунус. Что-то сегодня мало активности. Все время одни и те же отвечают. Жду от остальных еще. Так, давайте теперь разобрать. Приступим к разбиранию онлар. Будем стараться разобрать. Онлар, гелиор, лар, мы. Здесь чуть-чуть отличается от предыдущей конструкции. Здесь мы сразу ставим так же, как мы делали с вами, просто положительное действие, а в конце добавляем мы. Онлар, гелиор, лар, мы. Они кушают, как сказать? Спросить, а они кушают? Не слышу четкого ответа. Онлайн ер. Емек убрали, осталось е. Но е, мы говорили, у нас слово необычное. В е мы будем на и менять. Йор, лар, мы. Когда мы говорим утвердительное действие, нам там э не подходит. Йор, лар, нам трудно сказать. Мы, чтобы так йор, лар, не делать, мы йор, лар. Чтобы меньше двигать ротиком, поменяли на букву и. Онлар, йор, мы. Правильно, София, молодец. Онлар, йор, лар, мы. А как сказать, они чай пьют? Онлар, йор, лар, мы. Онлар, чай, и чайор, лар, мы. А чай они пьют? Молодцы. С этим тоже разобрались. Это мы с вами делали. Вопрос по поводу того, делаем ли мы ли это. А какой еще можно будет задать вопрос? Как вы думаете? А не делаем ли мы этого? Мы же можем задать так же, как мы говорим, что мы это делаем. Мы можем точно так же сказать, что мы этого не делаем. Мы можем задать олумсуссору, то есть отрицательный вопрос. Например, ты книжку не читаешь? Как это спросить? Точно так же, как мы до сих пор делали утверждение. Мы только сюда поставим в отрицании. Сен китап укумуйор мусун.
Сен, кельмиор мусун. Ты что, не приходишь? Китаб, укумуйор мусун. То есть муюм мусун, му, муюс, мусунус. Мы будет точно так же. Оно у нас не поменяется. И йор тоже тут не поменяется. Поменяется только вот здесь, где у нас написано элем. Элем – это действие. Вот здесь у нас поменяется. Здесь сейчас у нас гель стоит. Это значит иду. А гельме, если мы сделаем гель, гельме, это я не приду. Но так как у нас буква «э» не подходила, мы ставим гельмиор. Гельмиор муем. Гельмиор мусун. Гельмиор му. Гельмиор муюс. Гельмиор мусунус. И гельмиор лар мы. Правильно. Вот теперь давайте сделаем. Ну, кто хочет сам, вообще сам целиком придумать полностью такой вот отрицательный вопрос. Давайте экспериментируем. Да, Влада? Не знаю. Так. Сейчас. Подождите. А можно сказать, как... Ну... Я книжку читаю. У нас сейчас отрицательный вопрос. Я, например, а ты книжку не читаешь или а он не смотрит телевизор? Сейчас я на вас оставила. Любой придумываете. Хоть я, хоть ты, хоть он, хоть мы, хоть вы, хоть они. Но не делаю ли этого? А вот что делать и с чем делать, это придумываете вы. Если еще не готова, подумай, у нас вот руки поднятые есть. Лиля. Унлар. Окул севмиор. Лар. Вопросик. А, унлар. Окул севмиор. Лар. Мы. Унлар. Окул севмиор. Лар. Мы. Можно сказать, только на школу нам нужно будет давать окулу. Окулу севмиор ларму. Они школу не любят. Почему окулу? Потому что школу. Окулу севмиор ларму. Они что, не любят школу? Молодец. София. Онлар мейбасу ич... Мейбисую. Мейбисую ич... Продолжай. Ичи йор лар мы? Это положительный вопрос. Ичи йор лар мы? Они пьют, а нам не пьют надо. Ич ми йор лар мы? Ич ми йор лар мы? Да, онлар мейвисю ич ми йор лар мы? Да, они что, не пьют фруктовый сок? Умница. Так, Рохат? Я случайно. Случайно, хорошо. Анастасия? До конца урока уже что ли заканчивается? Да, немножечко осталось. Так, кто еще хочет свой вопрос? Я могу. Давай, конечно, жду. А какое слово? Любое сам придумываешь, и действие придумываешь сам. И какое лицо будет делать, придумываешь сам. Главное сказать, что пусть будет гид. Это гид, ехать. Гид. Гид – это ехать и идти, да. Главное, чтобы ты действие это сделал. Я не делаю, то есть я не иду, что ли, или я не еду, что ли, или ты не едешь. Или, например, ты в школу не едешь, вот это придумываешь сам. Давай. О, гидьорму? Это положительный вопрос. О гидьорму, а он едет? А теперь отрицание. Что делать? О, гидьорму. Гидьором му диль? Нет, диль мы здесь не можем использовать. Здесь у нас диль никогда не будет. У нас диль со всеми словами, кроме действий, кроме глаголов. В глаголах мы с вами ставили после вот основной частички, то есть которая нам обозначает само действие. Например, гитмек. Гит, значит, мы гитмиор му добавляем. О, гитмиор му. А он что, не едет? Понял теперь? Да, гид
Гидмиорму? Да, о, гидмиорму. А он что, не едет? Молодец. Так, Луиза подняла руку. Луиза хочет ответить. Он лар экмек ейор ларми. Молодец, только емиор ларми. Емиор ларми. Они хлеб не едят. Так, еще кто хочет? Ну, смелее, что стесняетесь, тренируйтесь побольше. Давайте, жду от вас вариантов. Да, Влада, придумала уже? Да. Сэн, китап, окуйор, мусор. Молодец, ты задала правильный вопрос, но он у тебя получился положительный. Сэн, китап, окуйор, мусор, ты книжку читаешь? А как сказать теперь, а ты книжку не читаешь? Сэн, китап. Сэн, китап, окуйор. Окумуйор. Китап, окуйор, мусор. Окумуйор. Да, окумуйор, мусор. Нам надо потренироваться, подставлять после оку, гель, бак, отрицательную частичку. Окумуйор, бак, мюйор. Гельмиор, севмиор, то, что мы делали с вами с предыдущими табличками. Я опять в нашу группу скину набор новых слов. Кто хочет, может попросить у мам и написать эти слова в отрицательной форме. Тогда у вас получится потренироваться, а на следующем уроке посмотрим, насколько у вас это получилось. Договорились? Да. А, кстати, да, Анастасия, ты хочешь предложение сказать? Я хочу задать. Да-да. Я хочу задать вопрос. То есть группу написать отрицательный вопрос? Я в группу в нашу, где у нас турецкий язык, скину новые слова вам, для того, чтобы вы смогли новые действия получить. А помимо того, что вы их получите, вы себе в тетрадочке напишите всех, например, вот было раньше у нас кызмак, аламак, пакмак, только выучить. А теперь вы напишите у себя в тетрадке бакмиор, кызмиор, севмиор, чтобы проработать именно как это будет в отрицании. То есть севиор мы теперь знаем, севмиор нам нужно потренироваться. Любит, не любит. Кызыор, кызмиор. Бакыор, бакмиор. Смотрит, не смотрит. Еор, емиор. Кушает, не кушает. Договорились? Да, Луиза, еще есть какой-то вопрос? Я выучила скороговорку. Вот, я вот этого ждала. Кто у нас еще выучит скороговорку? Давай. Слушаем тебя. О, молодец какая. Давайте похлопаем. Молодец. Кто еще у нас выучил? Кто еще может, не стесняясь, рассказать скороговорку? Ну вот, за все уроки только два человека осилили. Я в вас верю. Я верю, что вы сможете выучить. Жду от вас. На следующий урок жду новых кандидатов в чтение скороговорки. Договорились? Да. Ну, окей, хорошо. А на сегодня тогда уже заканчиваем. На следующий урок жду всех снова. Будем учить новый падеж и уже будем использовать его со словами. Такой падеж у нас будет. От чего? Что делать? Например, боюсь собаки, кёпектен корпуёр, эвден чикёрум, чтобы мы могли уже говорить более правильно, нам нужно и глаголы запомнить, и все отрицания выучить. Ну все, и хафтасон улар, хороших вам выходных. Еще раз. Еще раз.